В Шымкенте подошел к концу резонансный судебный процесс. Экс-заместителю акима города Максуту Исахову вынесли приговор по делу о покушении на отдачу взятки в особо крупном размере. В колонии бывший чиновник проведет 8 лет и 5 месяцев. Следствие установило, что он предлагал более 200 тысяч долларов за прекращение уголовного дела первому замначальнику ДКНБ. Напомню, Максут Исахов занимал должность заместителя акима Шымкента с февраля 2020-го. В июле прошлого года органами КНБ был задержан по подозрению в коррупции и заключен под стражу. Суд приговорил Исахова Максута Пернебаевича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 24, часть 3, статьи 37, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и по этой статье назначимо наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, 5 месяцев, 7 дней с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе, судьи, в органах местного управления, Национальном банке Республики Казахстан и его ведомствах.